Друзья, всем привет! Идем с вами в светофор на Хасанской. Это город Санкт-Петербург. Обруч массажный. Вот такой вот разноцветный у него. Части надо собирать. 736 рублей. Очиститель для стеклянных поверхностей с водосгоном. 116. Вставка-пароварка 3 литра. 295 рублей. Это вот эти вставки. Много привезли сюда. Вот они просто с отверстием вне вставляются в кастрюльку. 295 рублей. Кастрюля-пароварка 2 секции, 6,8 литра, 1084. Поднос с вкладышем 168. Вот эти вот подносы. Есть раздвижной дуршлаг. 104 рубля 48 на 38. Набор из стаканов с цветным дном. 185 рублей 6 штук. Привезли наборами ножниц, 102 штуки, голубые и бежевые. Ценника тут не нашла. Вот они. Есть набор посуды, кружка и салатник. Это детские наборы, 201 рубль. Тарелка десертная, 20 сантиметров керамика, 57 рублей. Есть глубокие, есть вот такие плоские. Есть салатники с цветочками. Опаловое стекло, похоже. Салатник 101 рубль. Стеклокерамика написано, 18 сантиметров. Вот такие наборы есть. 4 предмета. Так, ценника не видно. Ценника нет. Вот такие салатники с цветами. Но качество печати не очень. 84 рубля. 670 миллилитров фарфор. Тарелка плоская. Белый, черный. По шабахче 62 рубля. Салатник 43 рубля, тарелка глубокая 43 и с декором 92. Вот эти вот. Форма для запекания. Люминарк 332. И сервировочное блюдо 371 рубль. Это, наверное, вот эти вот стеклянные большие. Есть жидкое стекло. Так, покрытие хозяйственное, 80 на 120, полмиллиметра толщина, 244 рубля. Набор бокалов, 3 штуки, по 320 миллилитров, 428. Это вот такие. Еще вот такие стаканчики продаются. Так, 6 штук, 629 рублей. Да не. Форма для запекания стеклянная, 4,2 литра, 380. Вот такая большая, толстое стекло. Набор для кухни, поднос, салфетница, конфетюрница, 167 рублей. Сковородки. Нету ценников. Это набор из двух сковородок, показывала на Ириновском. Здесь нету ценников пока что, но сковородки эти привезли. Щетки самоочищающиеся с контейнером, 236 рублей. Все еще есть продажи, много их. Тарелка глубокая 116 рублей. Салатник 2 литра 215 миллиметров. Салатник Океан Графит 109 рублей 2,5 литра. Это Люминарк. Есть еще вот такие тарелочки Люминарк. Ценника не нашла. Клеенки на стол. Скатерть ПВХ 110 на 140, 171 рубль. Они разноцветные. Паприка 57 рублей. Есть вот такие специи. Как интересно. Наверное, килограмм 263 рубля. Супчики куриные, специи разные. Эти приправы по 43 рубля. Шашлыку, карри, аджика, куркума, прованские травы, базилик. Сковорода чугунная с двумя ручками. Снова завезли жаровни. 28 диаметр, высота 6. 778 рублей. Набор кастрюль. 3,3 литра, 5,8, 1850. Так, наборы я не вижу. Это кастрюлька одна штука. Сделана в России, ценника не видно. Приправы. Тут несколько штук упаковки.
три упаковки, 121 рубль. Тоже разные кавказские травы, итальянские, к шашлыку. Контейнер для корма за щелками, 5,5 литра, 152 рубля. Бокс пищевой, 139, 9,5 литра. И ящик хозяйственный, 16 литров, 82 рубля. Коврик, 200 рублей, для фитнеса, 180 на 60. Когтеточки есть в продаже, 30 на 30, высота 54. Вот такая будет в собранном виде. Две площадки и вот этот столбик, чтобы ногти точить, когти. 528 рублей стоит. Пеленка, туалет для домашних животных, впитывающая, одноразовая, 60 штук. 551 рубль. Вот они там. Есть рулетка с фонариком до 35 килограмм, 5 метров. 311 рублей. Войлочный домик 38, 38, 28. 311 рублей. Тоже несколько штук. Сухой корм есть, но пишут, что плохой тут. Не знаю, какой именно. Я никогда не брала. Вот есть такой с курочкой 3 килограмма. Пища котов 184 рубля. Покажу вам, какие есть игрушки. Цены тут не везде. Куклы непонятно сколько. 674, возможно. Царевна. 29 сантиметров. Руки, ноги сгибаются. Да, наверное, вот это 674 рубля. Видите, они тут разные. Царевны. Конструктор. 89 элементов. 380 рублей. Крупный. Для малышей. 3+. Смотрите, какие машины. Разные. Настольные игры 414. Есть вот такие планшеты обучающие. Суперлепка. 439. Книжки посмотрим. Книжек много. Головоломки. Добрые сказки. 197. Есть скетчи. Вот эти вот классные. Смотрите. Есть блокноты по две штуки в упаковке запаяны. Такие как фикси. Там цветные странички. Вот с авокадо. С корги. Подвезли снова их. Школьный набор. 54 предмета. 293 рубля. Вот эти есть книги по две штуки. Так, по-моему, что-то в районе 160 за две штуки. Они стоят, нету ценника. Опять головоломки. Разные игры. Супер раскраска. 3 в 1. Есть Жукова. Полный курс занятий на разный возраст. Тоже подвезли. Книжка с окошками 116. 201. Курс обучения Жуковой. Это вот эти вот полезные советы для малышей. В общем, книжек много. Сколько что стоит, не очень понятно. Набор из художественных книг. Вот 168. Это вот эти вот, друзья. Это вот такие. Набор из двух штук. Набор для рисования. 39 предметов, 151 рубль. Еще вот такие какие-то книжки, раскраски с фломастерами появились. Папки есть. Игровой набор тележка, 645. Это, видимо, вот эти. Тут они разные, смотрите. Набор для раскрашивания. И фломастеры, 129. Это вот такая. Такой набор. Есть вот такие наборы. Канцелярские, ценника не видно. Прописи первоклассника. Такие интересные черные раскраски. Для мальчиков с наклейками. Есть для девочек на черном фоне. И наклейки есть. Привезли спальные мешки 180 на 70, 682 рубля.
Вот они, синие и зеленые. Есть одеяло, наволочки, но нету ценников. Вот такое одеяло есть, яркое, 200 на 220, верблюжья шерсть, ценников нету. Так, тут полотенце, платье, в общем, ценники не соответствуют. Пряжа есть в продаже, полотенчики. Смотрите, здесь большие полотенца махровые. 70 на 130, 389 рублей. Подушка-чехол для табуретов 312. 636 под полотенце махровое, пестротканое, 100 на 150. Покрывало двустороннее есть, 482. Так, вот они, сидушки, подушки. Одежда кувырком в этот раз. Привезли пледы фланелевые. Жаккард, теснение, стрижка. 200 на 220, плотность 290. 940 рублей. Бежевые, синие. Вот, покажу поближе вам. Толстенькие такие на ощупь. Синие вот есть. Есть белые. Там вот бирюзовый выглядывает, бежевый. С рисунком. Рисунок тоже разный. Есть геометрия, есть цветочки. Вот белых много. Девятьсот сорок рублей. Серенькие есть. Вот указан размер. Производят Россия, 100% полиэстер. Ивановская улица. Ивановская область. Есть обувь, 340 рублей галоши, 36-46, вот такие тапочки. Так, тапки, кеды 380, женские, мужские, детские 235, шлепки, кроссовки 356. Есть в продаже ковры, метр на полтора, 552 рубля. Разного цвета. Наборы для рассады 121 рубль. Пуфы складные 413. Есть столы. Круглые 996. Диаметр 65. И 1401. Это метр на 59 на 76. Стул 1043. 317 табуреты. Есть тетрадки. Наборы тетрадей. Слушайте, вот у нас серая бумага явно на срезе, открытых нет, но мне кажется, бумага не очень. Набор тетрадей 5 штук, 115 рублей. Вот предметная тоже, посмотрите. Внутрь не заглянуть. Товары для автомобилистов. Покажу вам так обзорно, смотрите. Лампы есть на потолок, светильник. Потолочный 521 рубль. Фонарь 89 рублей, это ручной аккумуляторный, так, а вот этот прожектор 339, наверное, стоит.